времени суток. Брей, детишки. Я так понимаю, раз пещера, так пауки, так сразу, конечно же, так. Да? Почему-то мне эта пещера запоминает сильно то место, где мог проползти червяк. Гигантский, сука, червяк. Джозеф Фриман, кто это? Окей, его сожрали, очевидно. А как его осмотреть-то? Как его осмотреть-то? Я не могу осмотреть. Я не знаю. Я не могу ничего нажать на нем, поэтому, скажем, дружно нахер нужно. О, красиво, кстати. А, это снег, пипть. Нифига себе. А как он здесь образовался? Все они, это я внутри этого цилиндра и снаружи тоже. Я не понимаю, в голове не укладывается, окей. Раздолбанный контейнер. А. Это лед? Лед выглядит крепким, но предательски потрескивает. Но... Очевидно, в какой-то момент я могу провалиться, если неправильно подумаю. Большое спасибо, очень приятно было. Очевидно, это была тоже неправильная дорога. Прекрасно. Или тут вообще нельзя пройти? Я не знаю даже. А, тут видно даже... А на льдина можно наступать? Или они утопнут вместе со мной? Можно. Прелестно. Офигенно классно. А куда мне надо попасть-то в итоге? Понятия не имею. Хотя бы трещины видно. Там что-то торчит. Рука, в которой что-то зажато, да? Блин, а вот здесь я трещины не вижу. Скотина, надо было сохраниться. Фак. Окей, это похоже на... Окей. А почему я не могу это взять? Оно мне не нужно? Я думал, надо взять это. Мне нужен был зачем-то... Мне нужна была фомка за каким-то хером. Не знаю даже. Наверное, нет. Там тупик. Какого хрена я здесь делаю? Так, я вижу трещину. Ты не собираешься? Забавно, что этот лед, который плавает, выдерживает все это. А что, ну и что дальше-то? Что дальше-то? Что здесь я вообще делаю? А, может его выпилить как-то надо? Что-нибудь такое сделать? Это явно неспроста. Где моя пила? Окей. Лом. Ну ладно. Ну, туда я не пойду, там мне нефиг делать явно. По крайней мере, я не вижу ничего такого, что можно было бы там сделать.
Ничего полезного. Оп, есть контакт. Пофиг, главное сохраниться. Лом, 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 лом. Окей. Ну ладно. Там какие-то еще были двери, проходы и так далее, поэтому пофиг. Может быть, с рюкзаком надо что-то сделать все-таки? Нет? Ну не перепилить же его. Нет. По-моему, он нахрен окаменел. Окей. Да и хрен с ним. Так, ну в какой-то веке проход не закрыли за мной спиной. Значит, очевидно, надо возвращаться назад для зачем-то. Я, несмотря на то, что вроде недавно здесь был, уже забыл все. Полностью. Так, это одна дверь, окей. Откуда я пришел? А, хер, я тут песиков месил, я помню. За каким-то. Окей. Окей. Видимо, ничего не должно было произойти. И что было здесь? Я не знаю. Это там, где я песика пил. Блин, а это еще не все песики, есть еще один. И где он? А, вот он. Песик, песик, песик. Иди сюда. Фак. Да, сейчас. А, фак. Все, молодец. Главное, что ты никого не звал на помощь. Так, что это за дверь? Ну, покажите мне, где я. Что-то мне все это не нравится. А вот сохранили меня явно неспроста. За какую, блин, железную дверь? Офигенно классно, блин. За какую, блин, железную дверь? Тут нет других железных дверей. А, закрытие, может, надо как-то? Да быстрее! Твою мать! Блин, да ё-моё! Идиотия, ну зачем это нужно все? Ну, то есть, ладно, хрен с ним. Блин, ну ё-моё, на время я терпеть не могу. Сайгак, чисто сайгак. Мучительно много ударов надо, блин, для этих баррикад. Давай. Ну плавай отсюда нахер. Да блин, да пошли вы в жопу, ну вот это бред уже нахер, блин. Как это, блин, да я не успею никогда этот сраный ящик подвинуть, тупой слишком. В воде это или в какой-то жиже идиотской.
равно его железная дверь полностью не останавливает. Это хрен его знает. Пойди разбери. Давай отсюда. Бегом, блин. Вот опять, блядь. Куда ты, сука, залез? Сука, ненавижу. Блин, какого хера он все время уплывает туда, блядь? Он не может вперед проплыть, что ли? Его же, блядь. Его же еще и, блин, хрен, блин, подвинешь. Ну, приседать обязательно, получается какой-то идиотия. Ну, вот примерно так. Блин, еще и на время, офигенно. Да твою мать, ну, блядь, ну... Да пошли вы нахер, блин, еще и колесо сраное поставили. Блядь, ну это бред. Офигенно, классно. Слабый умишка бедняги рыжего едва может представить все твои подвиги на пути к спасению друга. Я так жду, когда ты сломаешь эти стены земной темницы и вызволишь меня из всей смертной юдоли. Да пошел ты в жопу, ну так, блин. Офигенно, блин, конечно! Что за бред? Ну почему так-то? Как только я все правильно сделал, типа обрушился нахер, блин, так и сразу дверь нормально открывается. Вообще нельзя было сделать так, что и так можно. Не обрушая эту сраную, блин, колонну, типа, взять и открыть. По-нормальному. Нет, блядь, надо, должно быть... Сука. Зайди на сраную, блин, лестницу. Урод. Блин, идиотия вообще. Ненавижу такие, блин, приколы. Чё вам надо от меня? Магний, калий, барий, хлорид, фосфор, сода. Что? Окей, не знаю, понятия не имею, ну ладно. Пошёл же. Что? Это ботинок, офигенно классно. Слышь, иди отсюда нахер. Ты... Ты бы еще взорвался. Ну, открывайся, еба. Понятно, больше ничего интересного. А, окей. Это какой-то очередной пазл впереди. Дай. Шикарная композиция. Блин, кто уронил этот долбанный ящик? Конечно, тут какая-то хрень лежит. Внутри. Разумеется. С интересным звуком. Этот самый двигается. Окей.
сколько их? Там 6 было, кажется. А у меня их 5. Окей. А где еще один? Там же в комнате где-то или... Ну ладно, пофиг. А есть... Кольцевая? Очень похоже на кольцевую. Да, реально похоже на кольцевую. А я туда не мог попасть. Мне... Через этого червя надо было проходить, потому что что? Потому что это была дверь напрочь закрыта или раньше, или что было? Что это? Как это так? Хер его знает. Где эта шняга была? Мне кажется, что шестой где-то здесь должен быть. Тоже в комнате где-то должен быть шестой. А, вот он лежит точно. Так и знал. Что мне с этим всем делать-то? Я понятия не имею. Ну, ладно, раз кольцевая, я время тратить не буду. Пойду посмотрю... Поищу дорогу, короче. Но... Видимо, мне сюда. Не знаю. По крайней мере, все остальные двери, которые мне попались по дороге, были закрыты. Напрочь. Где ты теперь, мой светлый рыцарь? Ты правда зашел так далеко и стал так близко? Я жду, но чего? Сколько веревочки не виться, а мой разум остается в плену. Боги играют со мной, приговорив в течение лет в месте, где свет есть тьма, а тьма есть свет. Неужели мои глупые советы привели тебя к гибели? Ты уже слышал стук в дверь? Не открывай. Это смерть. Не дай бедному рыжему умереть в одиночестве. Окей, видимо, из этих всех реагентов мне нужно сделать взрывчатку? А, я не знаю, какие они по цвету, блин. Все эти магни, бари и прочая хрень. Что тут вообще произошло? Почему все так странно обрушилось? Окей, здравствуйте. Большое спасибо, только оно мне, скорее всего, не понадобится. Окей, ничего. Чё ж так? Ладно. А, что, тупо динамит сделать? У меня есть просто динамит. Или тут... А, это то, в чём надо всё же мешать? По порядку их зафигачить, а БЦ, ну, а БГД, как там? Ну, допустим. Окей. Где-то я все это уже видел. Что значит? Что-то неправильно сделал? Видимо, да. Хорошо, что мне в лицо не взрывается эта хрень. А почему не по порядку? Я ожидал, что АБВГД, ну там, тогда. Да ладно, ты задолбал. Что за фигня, я все перепробовал уже. Что? Что за хрень? Что там у нас есть про взрывчатку?
Не знаю. А, видимо, это не первый, ни хрена, окей. А какой из них первый? Ну не метод же... Научная тыка, это же бред. Серьезно? Окей, я буду методом научного тыка тогда. Не знаю, наверное, у меня получилось. Это почему только два реагента понадобилось, я не знаю. Ну ладно. Блять, ну какие это были реагенты? Так, ну окей, что мне надо сделать, интересно, поставить аккуратно? А, оно само встало. Прекрасно. А нахрена? А, все остальные реагенты пропали. А зачем их так много, если... Я так понимаю, это смесь Армстронга, наверное. Я вот думал, далеко ли я убежал. Видимо, достаточно далеко. Окей. Great success. И что будет? Рыжий, это ты там? Не, подожди. Тут еще всякие двери есть. Тут вот целый проход. Тоже тупик, тупик, да, я так понимаю. Окей, если прямо сейчас ничего не произойдет, тогда я не знаю, что делать. Когда я подхожу к той двери, которая в том направлении, блин, у меня игра просто выпадает Windows. Просто Windows выпадает тупо. Каждый раз. Охеренно! И все, все отлично, теперь я не могу пройти дальше. Зашибись. Я не могу пройти дальше. Сейчас я подойду к двери, и у меня опять виндозовый упадет все нахер, блин. Доброго. Окей, пришлось жопой. Времени. Блядь, ну... Все-таки пришел. Так много слов желают пролезть через гортань, но пропадают зря. Такой хороший, а вот я... Ну, я не знаю, игра продолжает выпадать в Windows. Я ничего не могу сказать. Я вот сейчас поменял все настройки, убрал вообще все, ну, радикально, короче, поменял настройки графики. Если это не поможет, игру я пройти не могу. Тупо. Но проверим. Зашибись. Но это ни хрена не помогло. Игра продолжает выпадать в Windows. Соответственно, пройти мне ее не получится. Насколько я понял, концовка где-то недалеко уже. Может быть, даже прямо мне должны были... Может быть, это там за дверью просто конечная заставка. Я понятия не имею. Проверить я могу, только посмотрев на YouTube чье-то другое прохождение. Ну, я не знаю. Я бессилен, как говорится. Я не собирался, в принципе, проходить остальные части Пенумбры, потому что, ну, мне как-то не очень все это понравилось. Да и количество просмотров говорит само за себя. Игра тупо слишком багнутая. Во-вторых, она слишком медленно развивается. Я ожидал, что даже в прологе будут нормальные враги, и мне не придется воевать с какими-то сраными песиками и пауками идиотскими. Ну, это бред. Я думал, что будет как в Амнезии все. Оказалось, что нет.
совсем все по-другому. Ну, не совсем хорошо, но довольно кардинально по-другому. Поэтому, если кто-то хотел посмотреть, как я допройду игру, то извините. Я ничего не могу сделать, повторюсь, и теперь уже абсолютно не хочу. Может быть, это... Я не знаю, из-за чего это. Может быть, из-за русификатора она падает. Я не знаю. Может быть, из-за того, что она старая. И какой-то там... Какая-то текстура у нее не грузится. Понятия не имею. Но... Искать, узнавать я не хочу и не буду. Поэтому, скажем дружно, нахер нужно. Если игра не хочет, чтобы я ее прошел, значит, я проходить ее не буду. Жалко, что мне пришлось потратить так много времени, чтобы прийти вот сюда и узнать, что я нихера не могу сделать. То есть столько эпизодов. Ну, а теперь уже, что теперь уже? Все. Обратной дороги нет, позади Москва. Соответственно, пошла эта пенумбра в жопу. Не больно-то и хотелось. Займусь чем-нибудь более интересным. Например, Вичестаура я хотел поиграть. А, на сегодня все. Соответственно, ставьте лайк этому видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложения, наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал, ну и там, если кто-то вдруг хочет посмотреть концовку, посмотрите ее у кого-нибудь другого, если вдруг кто-то ее не видел. До новых встреч в эфире, граждане!